можно гадать. Пожалуйста. О, это что самое место, где... Ну или похожее место, где была наша... Носки, серьезно? Где была наша героиня оригинала. Очень похоже. Очень-очень. И опять 25. Нужно двигать ящик. Только мне интересно, куда же делся наш номик? Он же ведь должен быть где-то тут. Да, в одиночку. А. Здравствуйте. О, вы все пришли? Все, кого я спас, ну или почти все. Но нет, те, которых я спас, няшка. Тех, которые я спас, вроде как все остались внизу кидать уголь. А это, видно, новенькие, которые просто увидели, что я делаю, и решили меня не бояться. Бутылочки тут нет. Уху. Трава тут. Это ваше тайное убежище, где вы сидите, греетесь, думаете о вечном. Вас всех пообнимаю, можно? Ну вы мне не боитесь, это хорошо. Посмотрим, к чему это приведет. И кстати, да, а нет, об этом я скажу уже позже. Так, а тебя я тронуть не могу? Живой? Да нет, вроде шевелится, живой. Фух, так, ладно. Опять-таки бутылочек почему-то я опять не нашел. Надо в ведро залезть. Нет, ничего, в ведре он брать не хочет. У меня тут этот рисуночек немножко. Это все рисуют они. Типа мама, дети. То есть это дети, которые превратились вот в это вот. Или что это? Понятно вообще. Что за дичь тут творится? Так. То есть мне сюда. А сюда я могу. Я могу, но вот зачем? Это абсолютно бесполезно, я только умру. Ну или нет? Оп. Нет, в сторону прыгать он не хочет. То есть...
я бы остался бы. Вынужден идти дальше, потому что я хочу выбраться отсюда. Но мне надоело быть в этой клетке, поэтому простите, ребятки, но я пойду дальше. В этот же лифт, дабы эту дамочку убить. И это все. То есть дамочка догадалась, что мы... Блин, я не собрал, получается, еще две бутылки. Где же я их упустил? Наверняка в таких укрытых местах. Ну да ладно, может позже еще раз перепройду и найду. Хорошо. Значит, о чем я? Эта дамочка догадалась, что мы находимся у нее над головой. Но что будет дальше, мы узнаем только в финальном третьем эпизоде, который, как сказали разработчики, выйдет в феврале следующего года. Ну и, собственно говоря, значит, получается, если сравнивать с оригинальным прохождением, то, возможно, получается, эта наша дамочка сейчас поднимается на лифте. В тот момент, когда мы это увидели, играя за нашу девочку, а потом пытались открыть этот лифт, мы его открыли и приехали к ней и убили ее, получив взамен от нее ее же силу, и благодаря этой силе мы смогли выбраться. Получается, что в третьем эпизоде, если так посудить, мы будем сражаться уже против этой дамочки, но уже мальчиком. Но это пока не точно. Ну, как бы все об этом только, ну, об этом-то все намекает, что так оно и будет. Но будет оно так или нет, узнаем уже практически совсем скоро. Недолго осталось терпеть, всего лишь... Декабрь, январь, февраль. Ну, 3 месяца потерпеть. До этого момента мы еще кучу всяких интересных игр пройдем. И время пролетит незаметно. Вот так вот. Ну и еще раз простите меня за мое больное горло. И в связи с этим, возможно, не очень четкий и громкий голос. Вот. Но со временем все это пройдет, да. Хорошо, собственно, завершили мы этот эпизод, эту главу, и теперь величественно и могущественно ждем финальное продолжение всего этого. Хотя не удивлюсь, если разработчики потом после этого еще скажут, что будет и еще одно дополнение, и еще одно, и так до бесконечности. А потом, возможно, еще и сиквел. Хотя вряд ли, но вполне возможно. Поэтому спасибо за просмотр и до встречи в моих следующих прохождениях. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.